Покажи футболку свою. Что у тебя здесь написано? Старшая сестра. Почему ты старшая сестра? Потому что. Почему? Потому. А где младший? Там. Бук-бук-бук. Там прячется, да? Ты как думаешь, братик или сестренка будет? Братик. Доброе утречко. У нас декабрьская суета такая приятная. Сегодня большой день, потому что сегодня у Евы утренник в детском саду, а у нас с Денисом сутки на двоих. Да, это как-то связано, между прочим. Смотрите, что я открываю каждый день. Сейчас тут кто-то уже пооткрывал, конечно, под именем Ева. Я ее оставила, эту коробку, случайно под елкой. Думала, что прикольно она там будет стоять, но в итоге Ева пооткрывала все. В общем, это адвент-календарь дрипов. Так вскрываешь, и он выходит. И здесь ты можешь по QR-коду пройти на песенку «Песня дня» и выпить праздничный дрип. А пока у нас варится гречка, конечно, любимая. Здесь у нас овощи, здесь у нас яйца. Ты что взяла? Что взяла? Что взяла? Что взяла? Куда мы едем? Мы на массаж. Мы здесь с Денисом останавливались на 8 марта, когда первый раз Еву оставляли на ночь с Евочкой. Ой, Еву с мамочкой. Мамочку с Евочкой, блин. Все сказала. Елочки тут красивые. Вы, правда, этот влог смотрите уже в январе. Наверное, вам все эти елочки уже задолбали этот Новый год. Красиво жить не запретишь, как будто VIP только для нас. Ты позаботился об этом? Ой, ну солнышком все залито, красиво так. Мне в джакузи нельзя. Мне можно только ножки помочить. Улево, да? Все равно кайфово. Правда, не знаю, что здесь делать реально 2 часа. Ой, красота. Человек уронил ключ. Браслет от шкафчика. Человек не хочет плавать. Человек придумал систему. Сделал крючок. Из чего ты сделал крючок? Стаканчика. Из стаканчика? Проблема, как опустить халат. Сейчас намокну. Если ты это сделаешь, это будет шок. О, встал. О, смотри, зато встал, да. Обалдеть. Там еще какие-то потоки есть. У меня утаскивает. Почему так? 2 hours later. Смузи у нас на кокосовом молочке. Это банан, манго и клубника. Ё-моё, что так сладко. Что ты делаешь, расскажи. Покупаем билеты на чемпионат мира по шахматам. Скажи, с каким рейтингом там играют. Я такая Денису говорю. Два раза больше меня. Не в этом дело. Я просто знаю, что у Дениса рейтинг примерно что-то там 500. Ну, короче, 1500. Да-да-да. А там играют с рейтингом 2500. У меня рейтинг на 2,5 разряда. А там гроссмейстеры. Получается, этот тренинг вообще очень долго, ведь, да, гоняется баллами прям. То есть плюс 3, минус 2, плюс 5, минус 4. И вот так долго. В твоем возрасте вообще не нагоняется. Не обобщай. Шашки почти мастер был. Тебе пути решил рассказать, да, пока есть возможность. Нас только что мяли 2,5 часа. Денис называет это место для пыток. А мне, так как все-таки беременяшка, мне делали очень лайтово. Я там на боках, на спине. Заходи, Дедушка Мороз, мы тебя очень ждали, да? Ой, смотри, красавица какая! А на голове помидор! А вот мой!
Родители у вас делают зарядку по утрам? А что так грустно? Делают? Хорошо, а проверим сейчас. А вы зарядку делаете? Давайте-ка, дедушка, проверим. Вверх ручки подняли, ну-ка. На солнышко достали. Так. А теперь вниз ручки опустили, дерево. Выбирай, ты где бы села, Ева? Ну, садись. Мы, наконец, свободны. О, ну-ка, дай. Спас. Уже вечер, 3500, это туда. Утренник прошел. Супер. Начинается наше время. Ой, кайф. Ой, ой. Подожди, такой ванны у нас в жизни не было. В Хаяте. Все-таки вот этот... Да, это люкс, видимо. У нас-то была душевая здесь такая. Да. Ой, какая милота. Я использую все баночки. Тут даже есть пульт. А, смотри, реально. Тут можно смотреть телевизор. Вау. Вау, смотри. Нет, слушай, такого у нас никогда не было, чтобы так под ногами прям было. Он же полностью панорамный. Очень красиво. А там не полностью панорамный? Почему-то у меня есть ощущение, что очень похоже на... Москва Сити какой-нибудь, правда, на минималках. Где? Вот даже хочешь, знаешь, проснуться в 5 утра здесь поработать. Но мы это уснем в 5 утра. Какая прелесть, фруктики. Ой, печеньки еще. Мы как эти, знаешь, дети просто. Печеньки, что еще дают? У нас завтрак на крыше, как будто. Мне всегда нравится так это место. Свёкла, с детства. Да, просто вареная. Чем мне нравится, сладкая для. Класс. У тебя там морковка есть еще. И дрипик, наш любимый дрипик. Сегодня 21 декабря. Заварю здесь. Хотел бы сказать пару слов про масляную рыбу. Все почему-то по этому лососю тащутся. Почему-то масляная дешевле всегда, и она вкуснее. Она никогда не такая жирная, у нее не бывает противной жирности. Бывает лосось еще маленький, который он подпарчивается, для чего. Да, это всегда вкусно. Да. Она не давно. Почему мы дома ее не покупаем? Не знаю. Мы делаем дрип-кофе. В походных условиях. На моих костях. Конечно, для дрипов лучше всего высокую кружку. Мы намыли ягодок и сели поболтать. У нас был сад. 3 месяца назад. Котик, это не видео, где я говорю о том, что я беременна. Ты что, больна? Ну, вообще просто пустюще. Да? У меня вот это вкусное. Это не вкусное. Угу. Нам все друзья говорят, что... У них дети рождаются, ну, диаметрально разные. Вроде от одних родителей, да, одно воспитание, но один какой-нибудь супер буйный, шумный, непоседа вообще. Ну, другой какой-нибудь такой спокойный. И если бы первый родился тот, который типа шумный, то они бы вряд ли решились на второго. Мне вот часто так говорят. Мне кажется, у нас. Да. Я вот лично увидела на примере даже наших друзей или просто знакомых, какими реально дети могут быть, что. Им окей, что они там в детском стульчике сидят по 15 минут, когда я вообще там сидела минуту ровно. Там все походы наши в кафе куда-то были сопровождены моей вот такой вот сумкой огромной с разными книжками, отвлекалками, развлекалками, то есть, чтобы просто посидеть. И мы всегда в целом ели по очереди. Интересно, каким будет второй малыш? Будет голубичкой или клубником. У тебя нет ожиданий по полу? У меня тоже нет. Я всех люблю. Для гармонии хотелось бы мальчика. Прям для гармонии. Ну, типа, да, для комплекта, да. А если будет две девочки, это же прикольно. 16-17 недель там отчетливо видно любой пол. Ну, как вот в большинстве случаев, 97%. Бывают очень редкие моменты, когда там тебе уже говорят, что девочка, и там, оказывается, на 8 месяце поворачивается такой мальчик. Привет! Это если в 16 недель на УЗИ ты даже не повернулась. Обычно на опознавание пола там просят прям мамочки повернуться, что-то сделать, чтобы малыш покрутился. Я сохранила уже миллион идей, как можно узнать,
оригинально. Одно я видела, где отвар оба варят, оба родителя варят какой-то отвар, и там суть в том, что ты химическую какую-то штучку добавляешь, и проявляется цвет, и потом вот этот пар валит на всех гостей вниз, ну, не на всех гостей, а вот так вот вниз, знаешь, вот этот красивый пар, под который люди танцуют обычно. Получается, себе придумать. Давай. Ну, получается, сам буду делать, я должен уже знать, какой пол. Нет, ты просто даешь организатору бумажку с полом. А можешь мне-то дать? Угу. Я не хочу туда заранее шоу. Я, наоборот, придумал бы шоу. Да нет, ты что, мы будем как прокалывать там шар или что-нибудь еще? То есть ты что, шоу сделаешь для меня? Ты вышел из кадра. А что я сделаю? Ты что-то поджигаешь, там сгорает и остается. Я не буду ничего поджигать, вдруг я сгорю. Доброе утро. Здрасте. Воскресенье. 8:45. Мы идем на встречу с малышом по видеосвязи. Будет первый скрининг. А чем отличается от девочек? Ну, он такой очень серьезный, и там по всем показателям проходится. Именно на этом сроке важно его посмотреть. Ну что, предновогодний наш подарочек. Фух, только что я сходила на скрининг, потом мне взяли кровь. Ну, это по часть скрининга, по сути, это все хорошо с малышом. Никаких изменений, никаких патологий. На самом деле, это самый такой важный и такой вот всегда скрининг. Переживаешь все равно, две ножки или нет. Все пальчики или нет, есть какие-то дефекты там на лице или в органах, ну, все хорошо. И еще у меня был плановый стоматолог сейчас по ведению беременности. Несмотря на то, что я занимаюсь со своим стоматологом, и мы, в принципе, с ней уже все сделали, то есть у меня готовая улыбка, с точки зрения здоровья все ок. По зубам я на гигиену постоянно сейчас хожу и просто поддерживаю раз в полгода. Так было приятно на вот этом приеме. Потому что она просто расхвалила моего стоматолога, то есть моего врача, который мне все сделал. I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. To me it's perfectly clear, falling in love. It's true. Я не понимаю, у меня одной такие проблемы. Я в золотом яблоке, в Литуаль, в общем, везде, где нужно подобрать тон, я никогда не могу адекватно оценить, он вообще ок или не ок. Какое-то там странное освещение все время. Почему я вообще сюда села? Хочу вам показать немножечко покупочек. Немножечко у меня обед параллельно. А еще поделиться своими процессами в ведении беременности. Получается, я встала на учет. И вот у меня есть такая папочка. У меня появилась папочка обменная. Папочка беременной и родильницы, это называется. Тут все-все-все мои анализы, УЗИ, какие-то назначения. И ее я беру с собой в отпуск наш. Хотя я не могу это назвать отпуск, потому что мы там будем работать. Это будет просто смена локации. Но, тем не менее, начать хочется с еды, если честно. Что я ем? Моя любимая комбо, когда я дома, я открываю морозилку, и там всегда что-нибудь есть. Например, сегодня это замороженные овощи были. Это мексиканская смесь. Здесь морковка, горошек, перец, фасоль. Еще какая-то фасоль. Плюс я отдельно добавляю туда также замороженную цветную капусту или брокколи. И бобы эдамамы. А это вареники с лососем. Я очень хотела есть. Эта овощная гора выглядит как какой-то корм для скотины. Потому что здесь очень много этих бобовых горохов. Я накупила вот таких штучек от Dr. Jart впервые. И себе попробовать. Мне показалось, что это классный подарок. Я еще подругам купила. У нас сегодня 28 декабря. На улицах дикие пробки. Я просто пришла домой и...
выдохнула, меня просто так отпустило. Я не представляю, как вот люди в этой суете, если у них еще работа связана с людьми, например, как консультанты в «Золотом яблоке», это с ума можно сойти. Столько людей, столько вопросов, движухи, суеты. В общем, такие вот маски. Ты внутри как-то их смешиваешь прямо в этом стаканчике и наносишь на лицо. Я купила себе впервые расческу Styling Brush. Что вообще происходит с моим каре? Что я с ним обычно делаю? Как вы можете заметить, это чаще всего либо кудряшки. Вот что у меня сейчас, например. Второй день кудрях. То есть это завивка на Babyliss. Сейчас у меня на каре занимает времени Babyliss где-то полчаса, минут 25. А когда я просто хочу уложить их, открою вам секрет, я никогда даже не укладывала волосы феном в жизни, для меня это непривычная какая-то история, и нет, я не могу смотреть на свое белое лицо, реально, надо накраситься уже. Мне сказали, что это бестселлер Yves Saint Laurent, я взяла в оттенке 20, цвет айвори, он как бы должен подстраиваться под твой цвет кожи. Смотрите, сейчас кажется, что это чуть-чуть не мой вариант, но там я нанесла, действительно хорошо распределилась и было окей. И в общем, чтобы укладывать феном волосы, просто вытягивать и чуть-чуть, например, делать подворотик сюда или наружу, в общем, как я захочу, мне нужна была вот такая расческа, потому что обычной моей расческой это не получалось делать. Ну что, давайте смотреть. Ну, вроде хорошо ложится. Меня вот удивило, что мне не предложили нанести там, именно просто сесть спокойно, и чтобы визажист мне сделала тон сама, там, своей кисточкой или чем-то. То есть мне просто дали супер милипусечную часть вот сюда, и типа попробуйте, и куда мне это наносить. То есть тон, он же не консилер, его не нужно точечно наносить на какие-то проблемные зоны, его нужно наносить на все лицо, и только тогда можно понять. При том, что в разделе в категории люкс, Yves Saint Laurent это люкс, у них не было очереди, у них не было людей, и как бы человек был свободен. Я подумала, может, какие-то новые правила. Ой, девочки, мне так нравится. Вы тоже это видите? Как у меня выравнивается кожа на глазах. Кстати, с беременностью кожа действительно немного страдает. То, что вы видите сейчас на моем лице, это уже очень хороший результат, хороший итог, можно сказать, моего лечения даже, потому что я работала с косметологом, и мы выбирали для меня продукцию отдельно, косметические средства, которыми я буду ухаживать за лицом. Не могу сейчас вам рекомендовать, да, вдруг это кому-то не подойдет, или кто-то сейчас купит, потому что я сказала, потому что это все действительно индивидуально, но я прямо обратилась с таким запросом, с каким ни разу не обращалась. У меня, во-первых, очень зачастили высыпания, то есть если раньше это могло быть раз, может, в месяц, раз в два, то тут просто один прыщ только уйдет, и он медленно уходил. Второй тут же уже появляется. И еще вот эта зона у меня очень стала сухой и красной. Мне сказали, что это форма какого-то дерматита даже. И что это нормально при беременности бывает, ослабевает вот так иммунитет кожный и местный. И реагирует кожа таким образом. В общем, мы действительно над ней поработали. И уже хороший результат. Но вот видите, еще есть высыпание периодически у меня. Офигительно! Я очень довольна. Вот если честно, про тональник, мне кажется, это такая вещь, на которую не надо экономить, если вы нашли хороший тональник, там, в сегменте люкс, например, или окей, вы нашли в сегменте бюджетном. Прям за него надо держаться. Если ваша кожа от него хорошо, если вы чувствуете себя с ним прекрасно в течение дня, если высыпания от него нет, для типа кожи подходит, то прям это то, что вот чисто для меня должно быть несменным, на самом деле, продуктом. Я до сих пор так и не находила свое прям идеальное средство, у меня все время какие-то комбинации, но это мне очень нравится. Такая кожа бархатная прямо стала. Не знаю, передается ли это через экран, но надо съесть вареник. Давайте прервемся на этот офигенный тандем. Это карандаш для губ от Мина в оттенке 308. Вы очень часто меня спрашиваете, что за комбинация нюда у меня на губах. Я скажу честно, я прям заморачиваюсь с подбором идеального и коллаборации этих продуктов. И на этот раз это тоже идеальное совпадение. Здесь помада Influence в оттенке 02. Единственное, карандаш для губ не автоматический. Я люблю автоматические карандаши для губ. Но опять же, они имеют свойство ломаться вот прям так обидно. Знаете, когда прям половина может сломаться. Не потому что ты много вытащил, а потому что бросил, например, в сумку. Как-то небрежно, в общем, повел себя с таким карандашом. И все, он очень
ранимый. Наверное, этот тандем я вам покажу на губах в самом конце, когда я доем, потому что иначе все сотру. А пока просто посмотрите на эти обалденные тени. У меня на самом деле вот прям был список, чтобы ничего лишнего не купить, но я увидела эти тени, я поняла, что если бы я знала, что я их увижу, я бы внесла их в список, потому что я просто уже не надеюсь встретить такие же классные тени с шиммером, как раньше были у Catrice, с золотым оттенком, только эти с серебряным. Боже мой, везде эти этикетки. Я даже купила, девочки, понимаете, еще 3 моим подружкам, потому что я знаю, что это будет такое средство, оно простое в использовании. Ты просто нанес пальчиком на середину века, и вау, ты блестишь. Просто даже если ты не умеешь краситься, не умеешь делать там какие-то стрелки новогодние, у нас просто совсем скоро Новый год, послезавтра. Но все равно... Обалдеть, как так быстро произошло. Я понимаю, что это будет классный подарок. Просто нанести пальцем вообще никому будет не сложно. Посмотрите, как они... Это он? Я купила не те! Девочки, я купила не те тени. Боже мой, вот это разочарование. Это просто добрый вечер. В общем, это инфлюенс. Это вообще не тот оттенок. Это какой-то металлический, а у меня был такой, знаете, прям жемчужно-светлый, серебряный. Нет, конечно, с ним тоже можно что-нибудь придумать, но это не тот оттенок, особенно когда я видела уже тот, я в него влюбилась прям. То есть здесь, ну, посмотрите, это такой мокрый асфальт. У меня просто вчера сорвалось видео, которое мы записывали с моей гостьей. Я решила новую рубрику на канал вести, где я буду болтать просто с близкими мне людьми, подругами на разные темы. Будем просто делиться своим мнением. И просто представьте мое разочарование. Мы правда, мы так долго готовились, обсуждали, собирались, сняли мы. В общем, весь этот выпуск был не в фокусе. Сашка, блогер, блин, почти 8 лет. 8 лет. Как у меня вообще могут такие фейлы быть, я не представляю. Я вам объясню на самом деле, в чем суть. Я ни в коем случае не поленилась или там зажабила денег на операторов и студию и так далее, чтобы у нас все так было профессионально хорошо. Ну, собственно, как вот мы с Доулой снимали интервью, помните? Там у нас было 3 ракурса, суперзвук. Оператор сидел напротив нас, постоянно чекал звук. 2 даже мужчины сидели. И суть в том, что это не располагает душевным разговором. Такой вот формат видео. Это интервью. Да, я хотела снять видео с экспертом. Я понимала, что я не могу Катю взять и позвать. Потом такая, а давай перезапишем, мне что-то там не понравилось. Ну, то есть, это не тот момент. Хочется, чтобы все было четко, и поэтому нужно было профессиональное оборудование, профессиональные люди и все такое. Но когда это формат разговора на диване у меня на кухне, в прямом смысле, мы развернули диван, мы были на кухне, мы разговаривали обо всем. Сама гостья моя призналась, что она бы не хотела, чтобы по ту сторону сидели там мужчины или женщины, неважно кто, и следил, как у нас там записывается ли звук, идет ли съемка, и как-то прослеживал весь этот процесс, потому что нашей основной задачей было забыть про то, что нас кто-то снимает. И, конечно, это имеет свои издержки. Вот, например, таким образом у нас была большая часть записи без фокуса, и я, конечно... рука-лицо. Но знаете что? Все, что нас не убивает, нас делает сильнее, да? И я сразу же скачала приложение, которое демонстрирует экран камеры на телефоне. То есть я сижу на диване, далеко от камеры, но я вижу, какая у нас картинка снимается, что происходит на камере. Я могу что-то там настроить, в том числе фокус, но просто меня удивил сам факт того, что моя камера вообще-то с автофокусом. Она вообще-то не просто так стоит 300 с лишним тысяч, чтобы делать это, чтобы не на елку сфокусироваться, а на глаза человека, который еще и перед елкой сидит. Я не понимаю, как такое могло произойти. Я даже не рассматривала такой вариант. Я купила еще карандашики автоматические для бровей. Один от Influence также. Но здесь я уже не прогадала с цветом все-таки. Это оттенок 02. Мой, такой натуральный. И еще один от Catrice. Мне тоже он очень понравился. И по нанесению такой мягкий. Сейчас вместе с вами нанесу, покажу, как я это делаю. Вот я, получается, нанесла карандаш просто по росту волос. Фиксирую я сейчас
гелем для бровей, который такой ламинирование придает эффект. Посмотрим, насколько вообще карандаш смоется, не смоется. Все равно это такой эффект влажный довольно-таки. Я хорошенечко прорабатываю каждый волосок, когда укладываю. Ну вот, зацените, пожалуйста. Я боялась, что будет смотреться немного грязно, так как пока ты наносишь гель вот этот, он все равно размазывает карандаш. Но если чуть-чуть вот так подправить точечно, то вроде хорошо. Я купила свою также любимую Cabaret Premier от Vivienne Sabot. И мне консультант посоветовала взять оригинал. Оригинал, я имею в виду Cabaret просто, не Premier. Потому что многие в последнее время, она сказала, начали жаловаться на то, что вот эта золотая упаковка, то есть Cabaret Premier, осыпается. Но суть в том, что я-то влюбилась именно в Cabaret Premier, в ее эффект такой. Еще взяла такой тандем от Herbarian. Я думаю, вы хоть раз, хоть где-то слышали о нем, потому что это такой известный CC-крем, корректирующий с зеленым оттенком. Это когда как раз-таки есть какие-то красные высыпания, хочется их перекрыть. И просто супер BB нюдовый, который подстраивается под кожу. То есть они вообще себя позиционируют как супер универсальные. Не нужно там стоять, выбирать свой идеальный оттенок, что я считаю идеально. И как раз, вероятно, на Бали мне вообще не захочется краситься. Там 31 градус, 33 по ощущениям, или даже 38. И, возможно, когда мне нужно будет сделать какой-то макияж, то есть для чего-то, может, съемка какая-то будет, я не захочу наносить основной тон, я буду наносить вот этих ребят. Но пока что тушь. Я сегодня, кстати, иду на УЗИ щитовидной железы. Мне на осмотре моя эндокринолог немножечко сказала, что есть уплотнение в щитовидке. Все по анализам, которые я сдавала внутри беременности, внутри ведения беременности, там ТТГ смотрят, сахар, это то, что важно эндокринологу, у меня все было окей. Но так как она знает, что у меня по маминой линии аутоиммунный тиреоидит, это какой-то для нее звоночек, раз она у меня какое-то тоже уплотнение пощупала, нашла, она сказала, сделать надо УЗИ контрольное и еще дополнительные анализы, которые как бы углубляют тебя в этой теме, то есть там более расширенная версия. У меня щитовидка никогда не было проблем, надеюсь, что все будет окей. Вот так в формате всех там анализов. У меня в целом все нормально, никаких дефицитов нет. Более того, я вышла из анемии железодефицитной, которая у меня была с беременностью с Евой. Я тогда впервые вообще в целом просекла, что у меня железодефицитная анемия. Ну, посмотрите, какие с ней ресницы. У меня с Евой ферритин был один. Один, когда норма от 10 до 100, но даже 10 на самом деле это такая, это нижняя, конечно, граница нормы, но один это вообще... Мне врач вообще сказала, ты должна падать сейчас при мне, вставать, у тебя должна голова кружиться. Я говорю, у меня все хорошо. Это вот когда я была в третьем триместре, я беременна Евой, у меня, получается, был пониже немного гемоглобин и железо, а ферритин я никогда не сдавала. Ферритин, чтобы вы понимали, это депо железа. И вот я подняла свое железо и питанием, и препаратами тоже железа до хорошего состояния. И сейчас у меня даже последний мой анализ был чуть-чуть переизбыток железа, именно в сыворотке. Я посмеялась, что у меня с железом истории все время какие-то нестабильные. То мало, то много. Я вообще не понимаю, куда я крашусь. 3:30 сейчас. У меня никаких дальше планов нет, кроме как встретить Еву из садика. Я ничего не буду ни записывать, ни делать. Ну окей, я буду просто ходить такая. И напоследок я вам хотела показать этот тандем на губах. Вот карандаш, он просто сливается с моим оттенком губ. Я как будто его нанесла, а как будто ничего и нет. Если просто им, например, заполнить губы, то будут просто как будто бы мои губы немножечко увеличили. Ну или просто придали им контура и помада. Ого! Вот такой натурель эффект, когда на каждый день хочется немножечко контур губам придать. Мне нравится очень. Напишите, как вам. Всем доброе утро. Сегодня Новый год. И мы уже сходили на завтрак. Что мы сделали? Перед завтраком я выложила рыбу размораживаться.
потому что это будет наш ужин, это будет наше горячее. К рыбе у нас будет рис басмати с куркумой. И у нас всего два салата. Один зимний с сосисками веганскими нашими. И селедка под шубой. Еще у нас парочка закусок. Это же Евин. Ты что, эфир даешь? Это за мой сладок. У меня он тоже идет. Давай еще один. Ой, я бы хотела еще один. Картошка нужна для рыбы и для селедки под шубой. Я, наверное, сварю все. Сейчас включу Ева музычку по рождественству, точнее, Ева, на Ева, вот это, пожалуйста, ты брала, унеси, ставите все купальники в коробку. Класс. В общем, у нас 11 часов дня, и у меня вопрос, а почему вообще люди весь день готовят? Что готовит? Вот у меня сварилась картошка в кожуре. Это нужно для обоих салатов. Яйца нужны только для оливье. Понятно, там все эти сосиски мы нарежем очень быстро. Рыба у меня еще не разморозилась. Я вообще не представляю, что нужно делать весь день. К нам едет мама Дениса из деревни. Придет сейчас еще моя мама. И, походу, мы просто будем играть полдня. Потом немножечко порежем салаты. Вот эта красота у нас для глинтвейна. Здесь будет свечка постоянно подогревать всю эту бандуру. И я сейчас заказала виноградный сок. Я смешаю виноградный сок, гранатовый сок, апельсин. Это все я сварю в кастрюле. То есть, чтобы оно прям поварилось немножко со специями. И потом уже в теплом виде добавляю сюда. И весь вечер, весь день мы будем пить тепленький, вкусненький, безалкогольный глинтвейн. Помоги мне попробовать. Давай, тебе ножницы принести? Да. Мне нравится Евна прическа. Ага. Что это? Самокат! Ура! Ой, тут не только самокат. А что и все? Мордомсок. Кос. Мордом. Да. Тихо щелкаем. Мы натренировались на этом, да? Да. Раут. Репер. Тротуар. А репертуар? Да, вот репертуар. Вы прилетели с далекой планеты, чтобы... Используйте любые способы объяснения, кроме речи. Минута. Колено. Колено. Угу. Колени. На колени. А на колени. На колени. Папуасы. Дикари. Да. На колени, дикари. Молодец, Саша. Прикол. Боже, ну ты так лихо это все разгадала. Даже никакой сложности не заметила. Вот я говорю, тут лучше по словам это даже. Штука. Штука. О, штука тоже была прикольная. Вам нужно говорить либо штука, либо тварь. Твари любят ходить на пруд, ловить рыбу, рыбалка. Тварей и варить из них... Уха. Да. Уха. Штуку и варить штуку. Варить штуку. Высматривать. Угу. Можно? Да, можно. Выглядывать. Искать? Угу. Искать. Медицинский. В целях. Шприц, укол. Шприц. Медицинской игле. Вот. Суслик. Маленькие. Мышь, лабораторная мышь, что-то такого. Время вышло, но ничего. Искать. Хомячок? Крыса? Медицинская крыса? Подопытная? Подопытная. Кролики подопытные. Крысы. Крыса все-таки. Опыты? Угу. Претендентов? Добровольцев? Да.
Ищем добровольцев на медицинский опыт. Это вообще послание, да? Господи. Инопланетянское. Господи, хоть бы мне не инопланетяне. Есть у меня традиция новогодняя — заполнять дневник. Помните, я вам его в том году показывала, год перед тобой. Я показывала вам и в том году, и в позатом, по-моему, году. Но для этого я очень люблю выделять время именно 31-го. Вот прям в этой суете, пока там между одним салатом и вторым, пока рисую стрелку и губы, садишься, выделяешь осознанный час и заполняешь этот дневник. Хотя иногда он, конечно, требует намного больше времени, потом я к нему сажусь еще в январе. Суть в том, что в этом году как-то слишком суетной у нас денек. Две мамы у нас в доме, и мы что-то все щебетим, играем, готовим. И, походу, в этом году переносится на январь, моя традиция. Мивины лапки, мивины ручки. Пока ты спряталась в своей норке, поиграем в загадки. С кем все время приходит Дед Мороз на праздники? Снегурочка. Да, но, кстати, он не всегда, да, с ней ходит. Он ходит иногда, когда нужна ее помощь. Что состоит из шариков разных по размеру? А нос, морковка. Снеговик. Что мы все время готовим на Новый год? Съедобное. Да. А какие, например, есть салаты, помнишь? Папа очень любит такой розовый салат. Салат под шубой. Под шубой. Селедка под шубой, да? Селедка под шубой. Ну и название. Ну где? Дед Мороз. Он добрый. Конечно. И подарки нам дает. Что я? Здравствуйте. Привет! Проходи, там тебе трон целый, дедушка. Ух ты, какая елочка красивая, нарядная. Ой, внученька, жарко мне с дороги. Куда присесть, дедушке, можно? Сюда. Ну, спасибо, внученька. А что это у дедушки, как думаешь, такое? Мешок. Мешок, правильно угадал. Подарками? Ну, пущай здесь пока побудет. На подарках еще, ух, время-то дойдет. Ну, подойди ко мне, радость моя. Вот, пощупай хоть меня, настоящий дедушка-то. Точно? А куда ты, в школу ходишь уже? В школу ходишь? В садик-то уже закончила. Закончила садик. Ух ты, радость моя какая. И усы елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шарика цветных. Земля остаёт, где находят дома. Где-то годы тепло и сыро, где-то годы тепло и сыро, а за годы зима. Ох ты! И его носит коня, Три белых коня, декабрь, январь и февраль. И мои, и подарочки. А что это такое? Конфета. Конфета? Да ты похожа, сама ее слепила. Да? Сама сделала? Ой, спасибо, внученька, сохраню. Внученька, у меня есть тебе подарочек. Ты готова? Чтоб звучала ярко песня твоя. Вот, давай. Подарок доставай. Гитару! Точно! Записала про гитару! Ну что? Угадал, дедушка, да? Да. Еще подарок один. Давай его подлетим. Уходит так медленно, величественно. Мне нравится, как походка. Как вы стат находите? Благодарю, внучек. Это что? Сапожок или леденец? Сапожок, вот, смотри, вот сапожок. Ну, тогда леденец. Ты леденец, забирай. Да, это вот такая вот штучка. А как карамельная. Забирай, там вот такой этот. Вытаскивай, да? Какую ты на свой бокальчик наденешь подвесочку? Ева Деда Мороза выбрала. А я елочку.
Я запекаю рыбу только по одному рецепту, но проверенному. Всегда получается очень вкусно и сочно. Берем стейк красной рыбы, солим его, поливаем лимонным соком и смазываем растительным маслом. У меня это масло авокадо. То же самое повторяем с другой стороны. Запечатываем в фольгу каждый кусочек и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем я открываю конвертики с фольгой и кладу на каждый кусочек дольку лимона. И запекаю еще 5 минут. Вуаля! А я сегодня елочка в носках шерстяных. Мы только что поужинали и собираемся пойти на елку погулять, растрясти все, что наели. Дождались Деда Мороза и теперь в свободном плавании. Сегодня у нас прям дубак-дубак, минус 26 по ощущениям, поэтому одеваемся очень тепло. Зацените мой комбез литой, очень теплый. Берем с собой ключики, Евина шапка, мои варежки. Так быстро время, да, прошло вот это, когда у нас мамы дома. Уже 8, уже 9? Сколько сейчас? Не знаю, 9-10 уже. Ой, смотри, какие мы темненькие. Ой, почему мы такие темненькие? Что? У нас, по ощущениям, сейчас минус 29. Ну, так нам пишет iPhone. Ну, вообще не ощущается. Ощущение не ощущение. Вау! У меня ушки. Да, у тебя тоже есть утепление. Это вайнеры. Мы здесь снимали, между прочим, кусочек для клипа. А, с барабанами. Где-то прямо вот здесь, вот рядышком. Мало народу. Ну нормально, да? Не как на рождественских ярмарках в Берлине там или в Будапеште. Видимо, из-за холода, да? Наверное, из-за холода, да. Видите? Бабушки там греются, прыгают. Вопли-мейкер. Ты видел, как она сказала? Я хочу, чтобы она тут стояла. У-ху! Вид классный, да? Да-да-да. Нет, ты у меня лицо видишь? Я хочу такой быть классную. Вот такая перед Все, у нас уже вечерний, ночной, я бы сказала, вайб. Все находят себе место, где спать. Просто обожаю эти простынки, которые натягиваются на матрас. Моя мама будет спать здесь, на диване. Свекровь в кабинете. Новый год! Трехцветный даже, да? Обалдеть. Это дарево. Красиво. Я привезла и вот так. Ой. Ha ha ha.